В России страна дураков, страна, которая пока законодательную базу не имеет, подобную Европе. Поэтому, если мы проводим реконструкцию Большого театра, то без финансовых махинаций, так сказать, наш менталитет, когда дыры в законопроектах очень явные, невозможно в нашей стране. Тем более, все, что связано с инвестициями в большие крупные строительства исторических зданий Москвы и в том числе Большого театра, всегда будут, безусловно, иметь двойное дно, когда мы можем говорить о коррупции, мошенничестве, различных схемах, когда, к сожалению, люди будут использовать это в сфере своих собственных интересов из-за отсутствия соответствующей законодательной базы.